Интересные факты о туканах. В мире насчитывается 37 различных видов туканов, причем их родственниками являются обыкновенные дятлы, хорошо всем нам знакомые. На весь мир эти птицы прославились благодаря своим гигантским клювам, длина которых может достигать почти 50% от длины их тела, что больше, чем у любых других пернатых. При этом клюв туканам совсем не мешает, он легкий благодаря тому, что состоит в основном из пористой ткани. А многочисленные кровеносные сосуды, пронизывающие его, помогают этим пернатым регулировать температуру тела. Правда, размеры все-таки имеют значение, и из-за столь большого клюва все тукановые летают довольно неуклюже. Поэтому они поднимаются в воздух нечасто, проводя большую часть жизни либо на деревьях, либо внутри них, в дуплах и полостях. Будучи совершенно безобидными созданиями, туканы питаются в основном фруктами, что не мешает им совместными усилиями изгонять хищных пернатых из мест своего обитания. А в случае, если один из членов стаи оказывается ранен, другие птицы всегда стараются оказать ему помощь, зачастую рискуя при этом собой. Эти птицы – настоящие долгожители. Орнитологи установили, что они могут прожить до 50 лет. Правда, это только в том случае, если их окружить уходом и заботой. В дикой природе, по ряду причин, они живут меньше, но все равно немало, в среднем около 20 лет. Эти птицы спят очень забавно. Их огромный клюв, пусть и легкий, вполне способен перевесить птицу, поэтому они поступают так: ложатся на грудь, поворачивают голову на 180 градусов и укладывают клюв себе на спину. Некоторым спящие туканы напоминают складной нож в сложенном состоянии. А если этим обладателям огромных клювов становится прохладно, они еще и заворачиваются в собственные крылья, как в одеяло.